ты готовишься интервьюировать Алину Кабаеву, и она уже гримируется. А тебе наклоняются к уху и говорят, что если ты ей задашь тот самый вопрос, который ты наверняка собираешься задать, имею в виду, что это будет последняя телепрограмма в твоей карьере в пределах Российской Федерации. А когда ты продюсируешь интервью с Алиной Кабаевой, ты ради чего это делаешь? Ради этого вопроса или у тебя есть другие вопросы? Если ты не договорился с Якуниным, что он честно, откровенно прокомментирует те данные, которые у тебя находятся в том распоряжении, то, наверное, ты плохо провел с ним подготовительную работу. Учитывал ли ты в планах на поворот твоей судьбы судьбу Пола Хлебникова, который был все-таки первым главным редактором русского Forbes, и который был убит в связи с профессиональной деятельностью, насколько я понимаю? Увы. Когда ты занимаешься журналистикой в России, ты находишься в зоне риска. Когда я был главным редактором GQ, например, мою машину просто изуродовали. Вследствие интервью, опубликованного в GQ? Вследствие моей позиции по некоторым политическим вопросам. Новый главный редактор журнала Forbes Николай Усков в студии у Дмитрия Губина. Смотрите на телеканале «Совершенно секретно» 17 марта в 21:05.